Сегодня игровые ноутбуки все сильнее и сильнее набирают обороты, разрабатываются новые технологии, становятся более производительными, совершенствуются в охлаждении и вообще довольно неплохо себя чувствуют на рынке компьютерной техники. В один злосчастный момент все заводы Китая просто остановились, и вся та часть продукции, которая производилась по планам, как обычно, с небольшим опережением, очень быстро закончилась. Из-за чего весь рынок, к слову, не только компьютерной техники, до сих пор находится в жутком дефиците и никак не может выйти из этого состояния. Помимо этого, спасибо большое Илону Маску и меркантильным майнерам за просто сумасшедшие цены на видеокарты. Вы только подумайте, люди начали майнить уже даже на накопителях с большими объемами памяти. Это просто. В общем, с десктопным железом сейчас все очень и очень плохо. И как заявляют аналитики, как минимум до конца этого года ситуация точно никак не улучшится в лучшую сторону. Не скажу, что с ноутбуками все идеально, но все равно по доступности и ценам гораздо проще. И если вы в данный период времени надумали купить себе игровое железо, то единственным правильным и выгодным решением будет купить себе именно игровой ноутбук, а не компьютер. И именно поэтому представляю вашему вниманию свой топ-5 лучших бюджетных игровых ноутбуков с ценой до 1000 долларов или 75 тысяч рублей. Вы на канале DevIT.io, обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, ставьте лайки и начинаем. Друзья, хочу напомнить, что в подборе как ноутбуков, так и любой другой техники мне очень помогает сайт eCatalog. С помощью его инструментов я очень просто и быстро, исходя из своих личных предпочтений, могу подобрать нужное мне железо, даже определенного бренда и года производства. Ставлю рубеж цены, выше которой мне будет неинтересно. Ставлю нужный мне процессор, в данном случае это минимум i5 от Intel или Ryzen 5 от AMD. Объем памяти от 8 до 16 гигабайт, насколько хватит денег. Тип накопителя обязательно SSD и, конечно же, видеокарту. Так как ноутбуки бюджетные, то скорее всего выше 1650 Ti нам светить ничего не будет. Но нам хватит на самом деле и ее. И открывает наш топ-ноутбук от Lenovo IdeaPad Gaming 3. Средняя стоимость 51 тысяча рублей. Корпус данного ноутбука целиком сделан из гладкого пластика, не выделяется каким-то особым дизайном. Но сочетание небольших размеров, малого веса и интересной цветовой расцветки оставляет приятное впечатление. Над платой есть ряд вентиляционных отверстий с дополнительной сеткой. В середине корпуса под крышкой процессор, графический чип и сопутствующие элементы накрыты черным радиатором и двумя толстыми тепловыми трубками для охлаждения. На левой грани находится разъем питания, порт Ethernet, порт HDMI, один USB 3.2 и USB 3.2 Type-C. Предусмотрен один комбинированный аудиоразъем для наушников или гарнитуры. На правой же грани находится порт USB 3.2 и вырезы для выдува воздуха. Над экраном расположена встроенная веб-камера с микрофоном, которую можно закрыть специальной шторкой. IdeaPad Gaming 3 получил IPS-матрицу с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 на 1080. Яркость заявлена на уровне 250 кандел на квадратный метр, а частота обновления экрана 60 Гц. В целом экран демонстрирует стандартное качество для бюджетных IPS-матриц, и рядового пользователя это вполне устроит. По железу 6-ядерный 12-поточный процессор от AMD Ryzen 5 4600H. Базовая тактовая частота 3 ГГц, а максимальная 4. Оснащен встроенным видеочипом Radeon Vega 6, 8 ГБ оперативной памяти с частотой 3200 МГц, M2 SSD накопитель на 256 ГБ и дискретная видеокарта от NVIDIA GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти. В многопоточных задачах показатели отличные, игры в большинстве случаев запускаются на максимальных настройках, а если на шаг снизить параметры графики, нетрудно добиться Full HD разрешения эталонных 60 кадров в секунду.
При воспроизведении Full HD ролика на средней яркости экрана аккумулятор ноутбука продержится 10,5 часов. Еще одна интересная фишка – это быстрая зарядка. Чтобы ее включить, необходимо переключить соответствующий ползунок в фирменной утилите Lenovo Vantage. Lenovo IdeaPad Gaming 3 – это оптимальное сочетание игровой производительности и доступной цены. Для не супер требовательных геймеров будет отличным вариантом. Следующий ноутбук от компании Acer Aspire 7 A715-75G. Средняя стоимость 65 тысяч рублей. Внешне Acer выглядит как обычный классический ноутбук. Корпус выполнен из пластика, у него сдержанный строгий дизайн, лишенный каких-либо дополнительных элементов. По разъемам на левой грани есть RJ45, HDMI и три порта USB 3.1, один из которых Type-C. На правой же грани вход для подключения внешнего блока питания, порт USB 2.0 и 3,5 мм разъем для наушников. Крышка легко открывается одной рукой, причем петли позволяют сделать это на 180 градусов. Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком и одноуровневой подсветкой белого цвета. Тачпад хороший, оснащен сенсором отпечатков пальцев, а жесты распознаются нормально. Система охлаждения центрального процессора и графического чипа общая. Теплотрубки, массивный медный радиатор и пара вентиляторов тангенциального типа расположены близко друг к другу. В ноутбуке установлен матовый 15,6-дюймовый Full HD IPS дисплей с частотой обновления экрана 60 Гц. По железу оснащен процессором от Intel Core i5-9300H, 4 ядра, 8 потоков с базовой тактовой частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц и SSD-накопителем на 256 или 512 ГБ памяти. Дискретная видеокарта также от Nvidia GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти. В большинство игр можно будет смело играть на средних настройках графики, а в некоторые даже и на максимальных. В целом система охлаждения со своей задачей справляется, при длительных высоких нагрузках падение частоты CPU и GPU зафиксировано не было. По автономности ноутбук продержался 10 часов с включенным экраном на средней яркости экрана в режиме бездействия и почти 6 часов в режиме веб-серфинга при сниженной яркости дисплея до 80%. Acer Aspire 7 – хороший игровой ноутбук бюджетного уровня, который отлично подойдет любому, кто хочет поиграть в игрушки, но и при этом сэкономить. Следующий ноутбук от компании HP Pavilion Gaming 15, средняя стоимость 70 тысяч рублей. Это уже хорошо зарекомендовавшая себя модель. Корпус выполнен из матового пластика черного цвета. Качество сборки хорошее, стыки между элементами корпуса плотные и равномерные. Ноутбук легко открывается одной рукой, но максимальный угол составляет лишь 130 градусов. По разъемам на левой грани расположился HDMI USB 3.2, гигабитный Ethernet порт USB 3.2 Type-C и полноразмерный картридер. На правой же грани статусный индикатор, аудиоразъем, 2 USB 3.2 и разъем питания. В ноутбуке установлена шестирядная клавиатура с цифровым блоком и достойным качеством. Подсветка обладает двумя уровнями яркости, которые переключаются кнопкой в функциональном ряду. Ниже расположился тачпад, покрытие гладкое и позволяет с легкостью выполнять мультитач-жесты. Ноутбук обладает 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD 1920 на 1080 и частотой обновления экрана 60 Гц. За производительность отвечает 4-ядерный процессор Intel Core i5-10300H, 8 потоков и с максимальной частотой 4,5 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 2933 МГц и SSD-накопителем на 256 ГБ типа M2. А видеокарта тут уже чуть сильнее, GTX 1650 Ti версия на 4 ГБ видеопамяти. Аппаратная конфигурация ноутбука хорошо сбалансирована и обеспечивает плавную и шуструю работу системы. Ноутбук легко выдает играбельную частоту Full HD на максимальных настройках. По охлаждению вентиляторы по умолчанию в ноутбуке работают постоянно, но в BIOS'е, если что, это можно настроить. Батарея ноутбука обеспечит практически 5 часов работы в режиме серфинга интернета со средней яркостью экрана, чего более чем. Одним словом, HP Pavilion Gaming 15 будет просто отличным бюджетным вариантом для настоящего геймера.
Следующий ноутбук от компании Dell G3 35-00. Средняя стоимость 70 тысяч рублей. Игровые ноутбуки Dell серии G3 позиционируются производителем как недорогие мобильные компьютеры, рассчитанные на бюджетных геймеров. Корпус выполнен из пластика, дизайн сдержанный, но при этом симпатичный. Набор портов у Dell G3 15 хороший. На левой стороне расположились разъем питания, мини-дисплей порт HDMI, USB 3.2, гигабитный Ethernet порт и один Thunderbolt 3. На правой же грани картридер, комбинированный аудиоразъем, 2 USB 2.0 и слот для замка. Система охлаждения Dell G3 состоит из пары вентиляторов, двух радиаторов и пары теплотрубок. На нижней части корпуса вентиляционные отверстия для забора воздуха. Что касается клавиатуры, то тут она выполнена довольно удачно. В меру крупные клавиши и тихие, на ней прям приятно работать. А тачпад обладает встроенными клавишами и гладким покрытием. Он довольно большой, за счет чего пользоваться им удобно. 15,6-дюймовый матовый IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080. Full HD. Максимальная яркость 235 кандел на квадратный метр, а частота экрана 60 Гц. В целом дисплей у Dell G3 в данной конфигурации обладает удобными углами обзора и хорошим контрастом. По железу такой же, как и в прошлом ноутбуке, 4-ядерный процессор от Intel Core i5-10300H, 8 потоков и максимальная частота 4,5 ГГц. 8 ГБ оперативной памяти с частотой 2933 МГц, HDD на 1 ТБ для хранения данных плюс SSD-накопитель 256 ГБ. За графику отвечает дискретная видеокарта, также от NVIDIA GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти. Железо ноутбука обладает достаточным запасом мощности для того, чтобы обеспечить комфортную частоту кадров в большинстве современных игр. А по автономности пользователь может рассчитывать на 8 часов автономной работы при серфинге интернета на средней яркости экрана. И последний, но не по значению, ноутбук от компании Asus. Средняя стоимость 70 тысяч рублей. Ноутбук не сильно новый, но все еще более чем актуален. Корпус полностью выполнен из пластика, внешне ничем не приметный, строгий дизайн и никаких намеков на игровой сегмент. Большая вентиляционная решетка расположилась на тыльной стороне корпуса. В лэптопе есть шарнир ErgoLift, который приподнимает рабочую поверхность под небольшим углом, что позволяет системе охлаждения эффективнее работать и забирать холодный воздух. За отвод тепла от внутренних компонентов отвечает система охлаждения активного типа. Она включает в себя два медных основания для CPU и GPU, несколько тепловых трубок и пару вентиляторов, совмещенных с двумя радиаторами. На левой грани корпуса можно обнаружить разъем питания, сетевую розетку, HDMI, пару портов USB, USB 3.0 и USB 3.1 Type-C и комбинированный аудиоразъем. Правая же грань встречает нас с замком Kensington, парой USB 2.0 и картридером. Габариты корпуса позволили разместить здесь полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком справа. Кнопки обладают комфортной площадью и достаточно большими промежутками для исключения случайных нажатий. Клавиатура наделена двухуровневой светодиодной подсветкой белого типа, которая горит постоянно. 15,6-дюймовый матовый IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 Full HD. Максимальная яркость 250 кандел на квадратный метр и частота обновления экрана 60 Гц. В целом экран неплохой, с хорошей настроенной цветопередачей и широкими углами обзора. По железу ноутбук оснащен 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i5-9300H с базовой тактовой частотой 2.4 и максимальной 4.1 ГГц. Целых 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 2400 МГц. SSD-накопитель типа M2 на 512 ГБ и дискретная видеокарта также от NVIDIA GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти. Вы без проблем сможете поиграть в большинство игр со средними и максимальными настройками графики. По автономности здесь она, к сожалению, не лучшая. Ноутбук проработает плюс-минус 3 часа в режиме просмотра Full HD видео на максимальной яркости экрана. Это не сильно много, но в остальном, как для ноутбука из бюджетного сегмента, он обладает достойным железом, хорошим экраном и нормальным качеством сборки.
Друзья, я очень надеюсь, что мой топ был для вас полезен и вы присмотрели для себя несколько интересных моделей. Если это так, тогда обязательно не поленитесь и оцените это видео лайком. Пишите в комментариях, какой ноутбук вам понравился больше всего, и если есть свои варианты, то обязательно делитесь ими в комментариях. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал DevIT.U, до скорого!